Молодежный парк в центре нашего города, открытый не так давно, все больше становится привычным и очень удобным местом проведения различных мероприятий. Наша съемочная группа побывала на одном из них, в котором приняли участие ребята из 5-й средней школы. Школьный лагерь дневного пребывания – хорошее место для активного отдыха учащихся. И как им не воспользоваться возможностью отдохнуть и повеселиться в амфитеатре молодежного парка, который как раз и предназначен для досуга юных славянцев. Мы очень рады, что нам выпала возможность прийти сегодня в этот амфитеатр в молодежном парке. Здесь есть великолепные всякие возможности детям развлечься, получить заряд бодрости на все лето, подготовиться к школе, отдохнуть, показать свои таланты. Поэтому приглашаем всех ребят присоединяться к нам, посмотреть нашу программу. В проведении развлекательной программы приняли участие самые активные ребята, которые и сами рады повеселиться, и своим примером положительно влияют на других. В нашей школе много творческих детей. И в этот день мы решили устроить конкурс талантов и узнать, кто самый классный и крутой. Мы много готовились, все старались. И надеюсь, что у нас все хорошо получится, и мы обрадуем всех. В ходе мероприятия ребята смогли продемонстрировать свои таланты. Инсценировка всем известных сказок, к примеру, той же «Репки», вполне способна рассмешить зрителей. Позвала внучка Жучку. Собачья работа. Тянут, вытащить не мог. Искренне и с душой ребята импровизировали на небольшой сцене с тем, чтобы увести в родную школу впечатления, полученные здесь. Неделя в парке мне очень понравилась. Мы разыгрывали различные сценки из разных сказок, танцевали, пели. Все было очень интересно. Впереди еще немало теплых летних дней, во время которых пройдут мероприятия в рамках акции «Неделя в парке». Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».